Сейчас я включу. Итак, спрашивает у нас Владимир. Как меняется характер человека после перехода на автономию? Наверное, более спокойный и более ровный характер становится, потому что когда ты приходишь к самому себе, тебя уже не могут вывести из себя какие-то внешние обстоятельства. Поэтому ты их воспринимаешь просто как факт, просто как они есть, ты им не даешь уже никакие оценочные суждения, ты не вешаешь на них ярлыки, хорошо это или плохо, нужно сейчас или не нужно. Ты просто любую ситуацию воспринимаешь как просто факт, она просто случилась, она просто есть. И поэтому состояние становится более ровное, и характер, наверное, тоже становится более мягкий, наверное, как-то так.